Здравствуйте, меня зовут Петренко Анатолий Владимирович. Давайте продолжим наш интернет-проект «Изучаем ПВК-контроллер». Сегодня продолжим знакомство с моей библиотекой и функциональными блоками, написанными на языке программирования ST. В данном случае они используются в программе на языке программирования CFC. Давайте подключимся к ПВК-контроллеру. Активируем функциональный блок «Отправка SMS-сообщения через gsmmodem.com.w». Старт. Делаем трое, онлайн, записать значение. Данный функциональный блок активирован. В прошлых видео мы подготовили следующие настройки. Будем отправлять смс-сообщение на номер телефона 8-920-517-48-17. Это мой номер. Вводится в формате плюс 7 и затем номер телефона. Текст «Привет 2». И давайте посмотрим. У нас есть такая программка. Здесь мы произвели следующие настройки. Ком порт 8. Это у меня подключен преобразователь RS-232, вернее USB в RS-232. Скорость 9600, формат 8 бит, стоповый бит 1. И сейчас я подключил к ПВК-контроллеру OVIN PLK-100RL. Ком порту RS-232, преобразователь USB в RS-232. И сейчас мы посмотрим, какие команды отправляет данный функциональный блок. Отправка SMS COM-WL GSM-модем онлайн. Записать значение. Открываем и видим. Первая программа AT плюс CFUN равно 1. Данная команда перезапускает GSM модем, перезагружает его. Предположим, у нас длительное время смс-сообщение не отправляется, GSM модем может подвиснуть. Для того, чтобы он корректно отправил смс-сообщение, мы сначала его перезагружаем. После того, как была отправлена такая команда, и если произошла успешная перезагрузка GSM модема, GSM модем присылает следующее сообщение. CRLF. Окей, CRLF. CR это у нас спецсимвол, переводит курсор на следующую строку. LF спецсимвол, который переводит курсор на начало строки. После этого GSM модем отправляется команда AT плюс CMGF 1 равно 1. Эта команда у нас переводит GSM модем в режим отправки текстовых сообщений, в текстовый режим отправки сообщений. Также должна прийти команда подтверждения с GSM-модема, передать. После этого отправляется команда AT плюс CMGS равно, и здесь указывается номер телефона в формате плюс 7, и дальше идет номер телефона плюс 7, международный формат. После того, как была отправлена команда с номером телефона, GSM модем должен прислать следующую команду. Знак CRLF и вот такая вот галочка. Передать. После того, как GSM модем прислал такую команду, эта команда CRLF, галочка приглашает нас ввести текст сообщение и отправляет спецсимвол SAP. Он у нас выставляется с помощью, если в гипертерминале, он будет выставляться с помощью клавиши Ctrl и Z английская одновременно. После этого команда, после этого SMS-сообщение должно быть отправлено, и у нас придет строка, там, по-моему, C. Ну, здесь уже большого значения не имеет. Какая строка придет, там может прийти либо сообщение об ошибке, и потом мы можем дополнительным функциональным блоком обрабатывать эти сообщения. Может прийти сообщение об ошибке, и мы можем попытаться повторно отправить SMS-сообщение. Может прийти SMS-сообщение об удачной отправке. Вот, допустим, передать. Любое из этих сообщений, и у нас приходит команда ESK, эта команда сообщает модему о том, что
Ввод команд завершен. И вот мы можем сейчас подключить GSM модем. Сейчас я отключил преобразователь USB в RS-232 и подключил GSM модем к PLK контроллеру онлайн. Записываю значение и пробуем отправить SMS-сообщение онлайн, записать значение. SMS-сообщение отправлено, доставлено. На этом наше небольшое видео завершим. Спасибо.